Красный. Представься нам, пожалуйста. Муханов Ерлан. Ерлан, расскажи, как ты нашел эти ядра? Начал копать фундамент и обнаружил ящик. Выкатились оттуда гранаты. Что ты следующее предпринял? Вызвал полицию. И доставал уже ты их оттуда? Я, да, достал их, потом вызвал. И что тебе, как ты считаешь, каких времен эти ядра? Вот твое мнение. Времен 18 века. С чего ты взял? В интернете нашел, посмотрел. Я думал, вообще, что это не это. То есть ты сразу не понял, что это такое? Позвонил брату, он приехал, он в армии служил, он говорит, вызывай полицию. А какова глубина, вот, ты копал землю? 50 сантиметров, около 50 сантиметров. Больше до этого ничего такого не находил подобного? Нет. Первый раз такая, да. Находка. Хорошо, спасибо.